Прокуроры арестовали имущество на сумму более 268 миллионов леев по делу о ландромате. По данным антикоррупционной прокуратуры, это имущество принадлежит либо самому бизнесмену сомнительной репутации Вячеславу Платону, либо он владеет им через третьих лиц. Сам Платон отверг какую-либо связь с арестованными деньгами и отметил, что на них накладывают секвестр не впервые. Антикоррупционная прокуратура сообщает, что 24 июня 2022 года после принятия запросов от антикоррупционных прокуроров с санкции суда было вынесено постановление о наложении ареста на финансовые средства в размере 268 миллионов 54 638 леев 19 банов, принадлежащие как с правом собственности, так и через третьих лиц, обвиняемому Вячеславу Платону по уголовному делу, получившему общее название «Ландромат», отмечается в сообщении антикоррупционной прокуратуры. Сам Платон, находящийся сейчас в Лондоне, и с которым мы связались по телефону для комментариев, заявил, что деньги ему не принадлежат. Это денежные средства правительства Республики Молдова, которые были оплачены за акции банков, которые, в свою очередь, были похищены Плохотнюком. Более того, Платон утверждает, что на эту сумму ранее уже накладывали арест. На эти деньги уже был наложен арест в рамках уголовного дела. По моему делу, это уже был наложен арест. Этот арест еще при Плохотнюке был наложен. В 2018 году. По данным антикоррупционных прокуроров, с 2010 по 2014 года Вячеслав Платон создал и возглавил преступную организацию, состоящую из нескольких отдельных организованных преступных групп, действовавших на территории Молдовы, Украины, Российской Федерации и других государств. Преступная организация наладила транснациональную схему отмывания денег, осуществляемую через финансовые учреждения в Молдове, подконтрольное Платону, а также через банковские учреждения в России и Латвии. Впоследствии финансовые средства были конвертированы и приведены на счета компаний нерезидентов, открытых как в финансовых учреждениях Республики Молдова, так и в Латвийской Республике, которыми руководил глава преступной организации Вячеслав Платон. Прокуроры также отмечают, что в настоящее время уголовное расследование по данному делу идет полным ходом, проводится ряд уголовно-следственных мероприятий.